Сложное время – время решений. Алла Сузганова и Николай Иванов спустя 15 лет брака обвенчались. Таинство состоялось в церкви сошествия Святого Духа. Николай – военный, участник спецоперации. Сейчас он в отпуске, но скоро вновь отправится на передовую. Венчается раба Божия Алла, раба Божия Николай, во имя Отца и Сына и Святого Духа. У нас трое детей. Сейчас занимаемся. Муж служит опять. Пошел на пенсию. Надеялись, что он уже все, дома останется. Но так получилось, что он опять служит. А так как он служит, и им всегда нужна помощь, и я служу, получается, потому что каждые 3 недели мы ездим туда на фронт к ним. Теперь одна судьба на двоих. Брак скреплен на небесах. Алла и Николай в торжественном волнении. Чувство не описать словами, утверждают молодожены. Понял, что другой такой женщины я просто уже не найду. Она одна такая на свете. На церемонии присутствовали самые близкие друзья. Все они добровольцы, помогают военным. Подруга Аллы, Марина Данилова, скоро поедет на передовую с гуманитарной помощью. Собираем, так сказать, с миру по нитке все жены, друзья, братья, сестры, родственники. Просто все. Как известно, во время Великого Поста церковь не венчает, но Симбирская епархия сделала исключение для этой семьи и благословила на таинство. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.